Рапунцель поспорила с Владом Кадони на то, что пока Оля Райская на сессии, она переспит с Димой Дмитренко, а та, вернувшись с учебы, бросит его. И Дмитренко приползет на коленях к Рапе. Срок на все про все – неделя. Телезрители, ликуйте! На кону волосы Рапунцель. Если ей не удастся воплотить свой план в жизнь, то через неделю Влад Кадони лично отстрижет ей этот длинный хвост. Надеемся, что Димка не поведется. И тогда Рапунцель ждет новая модная стрижка. А что? Мне кажется, ей пойдет. Ну а вы оставайтесь с нами.